Привет, друзья! С вами канал «Учимся с Аницей». Несколько дней назад мы выложили видео, как работать с ДБР и как его найти. И вот, на этот раз мы выложим видео, в котором показывается, чего можно достичь после нескольких занятий. Молодец! Ура! Молодец! Молодец! Фиолетовая! Теперь давай наверх. Умничка, молодец. Желтый. Давай, бери баночку, неси ее, неси. Пальчик. Пальчик взял, понес. Молодец. Молодец, молодец. Ура! Умничка, умничка. Привет, друзья, с вами снова я. Вы увидели все, собственно, своими глазами. Самое главное в этой ситуации, во-первых, определить, где у ребенка зона ближайшего развития. То есть это действительно не всегда очевидно. Это зона, в которой он сам не справляется, как вы помните, но с помощью или с подсказкой понимает суть задачи, может с ней справиться. И не унывать, потому что далеко не всегда может получиться, что у вас за 2-3 урока будет виден прогресс. Не унывайте, не останавливайтесь, работайте. Верьте в себя и в своих детей. И заводите новых Алис. Удачи, до встречи на нашем канале.